Акбай, 5 лет, идет по баба Мурат Гаплану собакам. Получается, по Кёр Гаплану. А идет араб ким? Идет араб Гызыл Гаплан. Гызыл Гаплан. Собака с Небедага, да? Здесь у нас такой свадебный турнир будет. Время у нас 6 час, уже ближе к 6. Погода чрезвычайно штормовая, поэтому пришлось залезть в будку и его тут как бы уже комментировать. А, Акбай, красавец, 5 лет. Людям также шикарно. Дост, ментараб айланда гайратит ментараб. Только-только вот начинают все подъезжать. А собака с Небедага, да, сама? Да, да. Акбай. Давно он у тебя? Давно у тебя он? С какого возраста? С щенком? Ай, сау. Все, спасибо. Сарыхан 3 года идет по Кёр Гаплану через барона чемпиона Хала 2011 года. Нирды Кобек. Карагала. Гарахан идет по Бамы Гунуру, чемпиона Бахардена 2018 года. А Яшняче сколько ему лет? 2,5 года. Нирдин Копек? Кызыларват. С Кызыларвата. Ты владелец. Гелия, да? Ай, Гелия. Гара. Карагулак 1,5 года. Идет по Пайтуну. Чемпиона Талхан 2012 года. Также собака была с Кизларвата. И он сам также гость приехал с Кизларвата. И уехал туда же. Гарахан, возраст 1 год 9 месяцев. Ай, ментараб, айлан ментараб. А, пусть пища сделает один. Кобель дерущийся. Молодец. Так, что касается линии, идет поверху до Йогилбарс. По матери на Альберта восходит Багир Альберт. Двухкратный чемпион Туркмении. Также чемпион молодежки был в свое время. Нирден Копек. Нирден. С Небедага собака. Вот зашел в машину, на улице ветер просто... Умопомрачительный. Пацан тоже комик, хозяин его. Где надо мне? Кервен. Кервен. Да я гель на берег. Кервен, гель. Адама, где мне? Я, Адама. Людей не трогает, говорит, короче, собака его. Симпатичный. Инсон кем билен уште? Инсон сапар. Инсон сапар ме? Ауа. Шапеленом. Шапеленом дралсон. Все, сау.
Давай удачи, чтобы он у тебя только побеждал. Твой Гарахан. Гаплан идет, говорит, по линии кундакского Акбарса. Яшняче! Бряс Абтай! 1 год 6 месяцев. Эджет Арабким! Хайса Гарагаплан, чемпион! Гарагаплан идет по либабским собакам, по матери. Гаплан, 2 года 6 месяцев, сын Упиш Гаплана, двукратного чемпиона Балканского вилаята. А Эджет Араб кем? Эджет Араб. Карагол, а что? Ашхабадский Карагол по матери. Гара! А, Гарашка, один форсаж сделай по-братски, по-свойски. За тормоза спасибо. Дост, а ну дай ему команду один, пусть один форсаж сделает еще. Че это, его не хозяин, Кервен ушел. Сейчас он сам сделает, тормози. Вот он пошел, полтинник по венам, давай. Гарашка, драться будем, гора? Лишь тебя не хватает, любимая. Гара, Эль, салам передавай всем братьям, сестрам. Гарашка. И погода хорошая, да, стала, успокоилась сейчас погода? Нормально. Да, сейчас ништяк даже. Все, валим с Лебедяга домой, Красновод, 150 километров, короче.